Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и впереди вас ждет необычный формат, несколько серий игр FIFA на четверых. Один из участников моей группы провел вот такой турнир FIFA на четверых, в котором я наконец-то не как организатор, а как обычный участник принимал действо. И этот формат FIFA на четверых — это смесь такая FIFA на шестерых и дуэлей. Она более динамична, чем FIFA на шестерых, и быстрее заканчивается, но при этом есть и место дипломатии. Так что приятного вам просмотра и пишите в комментариях, как вам нравится такой формат. В любом случае, игры будут проходить намного быстрее, чем FIFA на шестерых, и серий будет меньше. Так, ну что, всем удачи! Блин, такие нации классные. Египет, Китай, Польша и Майя. Да ну, Майя сомнительная, если она только не родится где-нибудь в углу, там, за горами, за холмами. В последней игре с тобой, Лолис, я как раз играл против Майя, то есть ты был за Майя. Мне что-то не очень понравилось. Ну, я в волю играл. А сейчас ты планируешь в традицию играть? По месту. В традицию проще выиграть. Там даже париться не надо, сидишь там, ногой играешь. Тактики просто попроще. В волю обычно надо как-то это... Да, лучше просто сказать, меньше микроменеджмента в этой, в традиции, вот и все. Да. О, нифига себе у меня старт. Да, вот он, рандом. Блин, я даже... Ну, прям все, единственное, вот горы только нету рядом, прям, чтобы на горе поставить. Прям... Обалдеть. Интересный старт. Да, единственное, что можно еще подвинуться, чтобы Петра была. Если я тут останусь, то Петра не будет. Но я не хочу с горы уходить, потому что, скорее всего, все равно придется играть в волю. Блин. Даже мне интересно с таким стартом начинать. Пойду что-нибудь похожее поищу. У Лолиса, видимо... По-моему, значит, видимо, у всех офигенный старт. Да, жируете там, жируете, смотрю, да? А вот у Майи все печально. Ну, у Майи обычно всегда печально, между прочим, на старте. То есть, обычно у Майи не самый такой... Ой, да ладно, ты смеешься. Я у Майи 50% случаев обычно играю за на солях вообще. То есть прям реально не одна соля. Ну ты как-то вообще, ну... Не, мне прекращай солями не... пользоваться, потому что, ну знаешь, эти... Как его? Читы. Да, да, читы. И вообще это минус в карму. Блин, ладно, поставлю я тут, потому что ну очень хорошее место. И с моря хрен возьмешь, если кто-то будет на море. Да не, мне никаких солей не надо, мне бы оленей побольше. И я рад. Довольно топовый ресурс. Да, с пантеончиком, если будет, то классненько. Так, тут бы на моих колясках кого-нибудь захватить, конечно. Поэтому давайте откроем... Ну, как, коляскам вообще это не нужно. Просто дополнительное производство будет, а потом майнинг, чтобы соли, да и золото. Ладно, понеслась. Ну что? Только Лёша пока поставил. Так, а руины тут есть, да? Офигеть, тут еще и Синай у меня. Ну это обалдеть ну, просто. Ну да, ничего ж не отключали. Надо идти смотреть. Ниндзя, судя по всему, тоже на море поставил. Ну, потому что у меня 25, а у меня, ну, как бы, клетка моря — это минус 2 очка. То есть не на воде, 29. У меня, видите, 2 на воде, ну это не страшно. Блин, Синай очень неплохо. Надо идти смотреть, чтобы с той стороны никого не было. По-моему, где родился, был лучше. Что-то я перегулял. Нагулялся.
Нифига, от лошадей вышел. Прям вот, все как я люблю. О, 100 золота, отлично. Так, вернемся пока. Я хочу исследовать, что вокруг Синая. У кого там уже 6 планки. Ну, так. А, блин, это не у меня. Нифига себе. Ну, в смысле, ты город поставил, у тебя также было 4-6. Нет. Да было бы было. У меня не 6 промышленности. Просто переключал там, ты, наверное, в это время смотрел. Блин, надо было соль купить, что-то я. Лишнее золото. Еще соль. Ну, тут кто-нибудь захочет поставить город. Это быстрее к Синаю. Ну и находить соперника, на кого нападать колясками. Конечно. Все нации крутые, но первый уникальный юнит именно у меня. Потому что Польша позже расчехляется, Китай позже. Ну, у Майя тоже. Но у Майя такой уникальный юнит, я бы сказал. Ну, неплохое, если бы тут где-нибудь город-государство рядом был. Блин, вот жалко, я тут походу между кем... Ну, правда, мне атаковать опять же. Хотя, вот видите, тут плохо то, что вот отсюда фивы расстреливаются, а я типа не могу подобраться к сопернику, потому что... Ну... Лолис, ты тут? Из-за тебя лаги. Лолис вывалился. Ну ё-моё, ну чё почему так? А ГГшка какой тебе бонус даст? Ну, генерал пофармить, забрать город, например, если хорошо. Ну, в общем, я могу ходить. Лолис, ты можешь? Ай, я не могу. А, слушай, блин. Прикол в том, что я не могу ходить. Попробуй... Откатить и выйти быстренько. А, стоп, сейчас. Ну или ты, Лёша, это... Главное... Сейчас. Я выйду. Ну давай. Ну, перезайду. Интересно, почему я не хожу? Прям ну, интересно. Это что, ты не разведал ничего? Фигово получилось то, что ход загрузился сначала. То есть мне еще не стоит... здание на постройку. То есть я ход пропущу. Ну, не знаю, ну, Lucky Loser, ты ходишь, что ты там молчишь? А, слушай, оно может успеет. Я хожу, да, но у меня один юнит. Попробуй откатить. Да, просто... Не знаю, в том-то и дело. Ладно, я нажал на автомат скауту, если сработает. Я тоже нажал. Мне тоже не очень классно, у меня получилось... Город не будет расти сейчас один ход. Нет, да у меня город вообще ничего не делает. Не, не получилось. Немножко не успел. Не, вроде бы что. О, отлично, сразу все юниты пх. Блин, мне из руины другое дали. О, ну это нормально тогда. Хорошо, что мы призвали. Амбар нужен, у меня 2 амбарных ресурса. А если город вообще ничего не делал, ведь перелива молотков нету, да? По-моему, молотки... Нет, по-моему, молотки все-таки собираются. Ну, не знаю, ты можешь проверить. У меня 2 из 26, то есть, ну, 2 молотка у меня точно не могло быть. Все тупо, по идее, потерял их. Ну, ладно. Блин, как интересно вообще, где люди? Так, что построить? Эти, наверное, еще скауты. Я что-то не могу понять.
во что мне играть? Ну тут вот как бы такие просторы, но я не вижу людей. Вот тут уже конец карты, видите, тут тундра. Интересно. Блин, тут дебильно, конечно. Я думал, тут может какая-то Синай классная штука, но... А, и надо волю и путь набожности, короче, все. Тут есть место, куда ставить. Есть вера немерено. Может даже не плюс 4 взять от... чудес. Можно, я могу на соль взять, могу взять на пустыню. Обидно. Зря все-таки ходил. Такой спот хороший забрал. Ну, тупо поставить, ну, город не могу. Обидно, а нам нет. О, еще и население увеличил. Класс. Так, давайте-ка производство. Ох, что-то я думаю, что волесты где-то рядом. Там это джунгли много того. Да, Китай рядом с Майем. Ну, значит, не с Майем. Ты прикалываешься рядом. Ты откуда пришел, копеечка? Да мы рядом с тобой, китаец. Блин, а где города-государства? С кого мне дань брать? А сколько так, у нас пойду сюда. Ты один, по-моему. Плохо, я хотел с кем-нибудь. Блин, где люди? Ну смотри, Майя, нас отделяют прям горы и холмы, то есть здесь не повоюешь. Я тебе предлагаю просто вот то, что выше гор. Не селись ко мне просто и все. Я к тебе тут ничего поставить не смогу. Ну мне музыка тут играет. Ну а ты куда город планируешь ставить? Наве и вправо. То есть... Ну смотри, там вот шоколад наверху ты нашел. Какао? О, да-да-да, какао. Ну да, я хочу вторым радиусом забрать. О, наконец-то. Я справа от шоколада хочу. Посмотреть. Дали мне... Ап, то, что было до сейва в прошлый раз. Где города-государства? Где люди? Так, майнинг... Что-то я ни городов, государств не нахожу, ни соперников никаких. Слишком много холмов на этой карте, тут прям вообще не пройти, не проехать. Ну это у вас, у меня тут... Равнина? Ну, я бы даже сказал, что пустыня, блин. Да не, я уже в радиусе, не знаю, клеток 15 исследовал, и нету никого рядом. Ну, судя по тому, что Майя Китай нашел, или наоборот, то, видимо, где-то ниндзя тут должен рядом со мной быть. Нет. Нет у меня там. Выходи, подлый трус. Пожалуй, попозже. Это, знаете, больше к индустриализации там. Так уж и быть, появлюсь. Я, короче, мирно китаю, там всякие библиотеки строю. Пока. О, привет, Лёшка. О, все-таки встретились. Все-таки я так и знал, что ты где-то там. Нет, я хотел скрыться. Алёшка, Алёшка. Ну, подожди немножко. Так, пойду искать тебя. Вот у тебя золотишко есть, я смотрю. Пшеничка. А, ты еще и Рагусу уже встретил? Я просто правее нахожусь, честное слово. Ну, я так и понял, что ты правее находишься. А ты где? А я левее, прикинь. Ну ладно.
стекло. Так. Майя, а, тем более у меня... Если буду твою религию принимать, так что бери какой-нибудь нормальный пантеон. Ну, ты видел мою сторону, да? Я вообще не знаю, что мне брать, если честно. Ну, бери что-нибудь, типа, на культурку какую-нибудь. Блин, ну далеко получается. Ну, такой стандартный. Ты религию так возьмешь, тут нет религиозных чуваков. То есть, не первый, но так второй точно возьмешь. В том плане, что атаковать его... О, Майя тут? Вот реально, я думал, я ожидал, что вы будете слева от меня. Боже, так у меня тут слева место немерено просто. Ну все, Лешка, давай дружить. Ты не селишься в мою сторону, я селюсь в твою. Да, о, чувствую... Египет по воле пошел. Чувствую, низкий, низкий уровень моря стоит. Потому что... Что... Карта очень странная. Да, да. Что значит ниндзя, готовься, если я его еще не нашел даже. У меня такое ощущение, что у нас тут клеток 20 между нами. Сейчас я город как поставлю, как защищусь от тебя. От меня? Ты знаешь вообще, где я? Защитится он от меня. Да сейчас я тебя думаю, блин, слушай, а там кроме Рагусы вообще где-нибудь есть еще города-государства какие-нибудь? Нет, я больше не нашел. Я тоже не нашел. Майя, Китай, вы города-государства находили еще? Нет, я одну ГГшку нашел, если. Ну потом они где-нибудь в углу-то натыканы кучей. Ну, Леша, так-то 10 производств. Во, вот это, вот это я понимаю. Вот это пантеончик. За джунглями. Тут просто все клетки в джунглях. Будем, короче, расти тупо и без промки сидеть в культуре. Классно вам. Ну так себе. Блин, Леша, ну-ка быстро. А, во, нашел я тебя ниндзя. Так, я тебе могу сказать, сколько между нами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19 клеток. О, как. Так мы дружить будем, оказывается. А чё я в волю пошел? Не знаю. Я вот пошел, потому что я хочешь. Точнее как, я и традиция открыл, и волю. О, нашел наконец-то еще одну ГГшку. Да, возьму пораньше пантеон. Слушай, ну неплохо у тебя тут олени, пшеничка. Да, блин, там только два оленя. Свиньи. Все как ты любишь. Сам ты такой. Че ты моих жителей называешь? Так у тебя Синай получается, да? Да. Ты подлец. Ну, честно так. Где? А слева от Майи, Лёша, или справа вообще, или где вообще? Я так понимаю, выше. Выше? А где Майя? Я нашел Майю ниже, чем я. Майя, смотри, ну у тебя место есть здесь, куда селиться, и вниз город, и слева есть, и сверху, то есть давай вот как-то разделим вот это, я хочу, ну то есть шоколадку мне оставь вот эту, и вообще прям селись там по морю, хорошие места. Я вот выше поставлю, левее от шоколада там в трех клетках, в четырех. Ну в трех нормально, то есть под горой где-то около банана, да, ты хочешь, или как? Я или да, да, да. На море? Так, на море, две рыбы. Еще мне надо ставить города и в сторону ниндзя, причем один около Синая. Просто мне какао оставь и все, то есть, потому что у меня с люксами нет. Я бы не сказал, что у меня прям все супер с люксами. Вообще место какое-то странное. Лёшка, ну-ка, хватит. Разведывай тут.
Ветер, пошел вон. Нифига так, себе, слушай, уже Варшава хочу... 5, нормально. Я тебе буду в столицу не кидать караван, тут у меня выбора просто нету. Короче, надо ставить города в сторону Ниндзя и захватывать его. Тебе ну, советую тем же заняться, тебе? Потому что вначале караванчик он полезнее будет. Лёш. Что? Вот сколько у тебя жителей? 3. Ну, у меня ж нету столько оленей и пшеницы, как у тебя. Фермер ты наш. Вот скотовод. Ты... Бедный мой разведчик, видишь? Кому там звонят? А, слушайте, блин, возможно, это у меня какая-то проблема. У меня телефон вроде далеко лежит, но часто жалуются, что идет помехи, идут помехи. Хотя никому мне не звонят, то есть. Лёша, и интернет выключен, то есть вообще не знаю. С чем связано? Слышите? Чего говоришь? У Лёши еще и соль там. Кому ты это говоришь? И что им, и что они могут сделать? Обратить внимание. Нельзя, думаю, сюда будет ставить город тоже. Ну, это и к лучшему, я тогда колясками... Ну, блин, мне надо будет с ним воевать в любом случае. Польше давать развиваться смысла нету. Этим я, наверное, даже не буду убирать этот лагерь. Пойду сначала попробую дань с Рагусы взять. О. Норм. Ну не знаю, у Ниндзя тоже очень хорошее место стартовое, по-моему. Тем более с таким количеством амбарных ресурсов. Ага, тут вот такой полуостров, видимо. Ну, я не против, я у тебя есть пистолет, полечусь, а то, мне кажется, я далеко таким скаутом не бегу. На первом повороте нас встретит. О, Китай, так вы рядом с Польшей. Тут между вами-то 5 клеток. Да? Да, что-то Лёш, тебе там, походу, фартануло. В стороне-то оказаться. Ну я не совсем в стороне, понимаешь? Тут дело в том, что вот ваши джунгли, а у меня равнины. То есть на самом деле тут ко мне при большом желании можно довольно быстро добраться. То есть я как бы по клеткам далеко, но это не значит, что я там за горами, знаешь, вот. Нет, все близко. Так. Надо вести посел. Вот я только не пойму, как мне его ставить. Наверное, вот сюда придется поставить. Потому что надо быстрее Синай брать, чтобы через набережность играть. А потом третий город уже вот тут поставить, чтобы соединить города. Блин, боюсь я. Так, давайте-ка один ход. Тут все в волю пошли. Ну, да. Но эти все джунгли вырубать как-то надо. А у меня для традиции нету речки. У меня... Слушай, давай договоримся, не воюем на арбах. Ты согласен? Я тебе вообще скажу, я скорее всего с тобой вообще воевать не буду. По крайней мере. Блин, я скаута потерял, короче. Я прям в лагерь влез. Блин, Коломбо, зараза, рабочего не вытаскивает, сволочь. Ой, еще. Я стою там уже, блин, ходов 20 жду. Так, а вот три хода уже как его этого... построил, и он у него в городе почему-то торчит. Пойдем. Потому что там сетлеры. Варвары снизу. Может, а он не выйдет вообще. Реально. Там лагерь варваров. Блин, ну снизу-то ладно, а наверх-то что, у него тут пшеничка, пряности. Потому что... У него рядом с границами варвары бегают. Видишь значок, что офигенно. Они хотят, офигенно, две моих люнит, личных ГГшки. То есть тебе, ты пока его не уничтожишь, там, или они пока его не уничтожат,
У тебя ничего не продвинется. Да, ребята, у ниндзи там лагерей, кстати, немерено будет. Да я вижу, там три оленя, три филя у него. Нифига себе, пожрал уже 6 варшал. Сколько? Не может быть такого. У меня показывает, что 3. Амбар, наверное, сразу начал строить практически. Нет. Ходу на 18-м он там уже был, по-моему. Клевещет. Дебильные руинки. Ой. Так. Значит, мне пантеон. Интересно, чьи пирамидки будут. Брать либо на. Все, наверное, строят. А вы что, их строите? Конечно. Пока нет. Ну, после посева начну. Более того, я почти уверен, что я их заберу. Кого пирамиды заберешь? Ну. Сколько тебе ходов осталось? Ну, видим. Может, я успею построить еще. Я первый заходил. Ну ладно. Блин. Как бы мне тут не убили его. Я, пожалуй, встану. На самом деле будет нечестно, если ты их построишь. Почему? Тебе ведь они не нужны. Почему? Так, пошли полностью не исследуем знаю. Этот типа полуостров. Нет ресурсов для обработки, но да. Есть такое. Но я буду холмы обрабатывать хотя бы. Дороги строить. Так что все через волю пошли, что ли? Да. А, нет, традицию майя. Помнится, мне, Катя, в прошлой игре Lucky Loser тоже в традицию играл, отсиделся там. Я тоже Это так. На четверых там тоже в традицию играл, но я не сильно отсиливался. Ну, пускай захватит рабочего. Так а зачем его... тебе пирамиды? У тебя нормальные места без пирамид. Отобью там. Так, пошли, наверное, в мое уникальное здание. С 1997 года Двагис выпускает одноименный электронный справочник с картой городов. Кстати, это компания из Новосибирска, кто и не знал. Двагис знает народные места, Хитровку в Москве, Пять углов в Санкт-Петербурге, Тещин язык в Новосибирске или Домино в Екатеринбурге. А в некоторых городах есть даже специальные слои, цены бизнес-ланчей, точки доступа к Wi-Fi и многое другое. Важное качество сервиса – актуальность и полнота данных. Справочники обновляются постоянно, а недавно вышел полностью переработанный мобильный 2GIS для всех платформ. Заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте. И вообще, конечно, через волю желательно на холмах ставить, но, блин... Таки вылезли. Так, давайте... коляски строить. Когда, интересно, эти ГГшки захотят, чтобы я с лагерем разобрался. А можно сказать, Коломбус находится на море или нет? Коломбо, да, на море. Блин, ну надо тут ставить. Лолис, а ты можешь двинуть? А, слушайте, я ж могу еще тут своего. Поставить. Да, да, я включился. Или тут, или вот на какао вообще еще один город следующий поставить можно будет. Просто если я тут поставлю, то будет связь и с этим городом, и с этим. Пантеон быстрее Лёха, принять. Что там строишь на 20 планке? Чё ты говоришь? Что строишь на 20 планке? Всё.
Блин, ну это на самом деле обидно будет, если мы из пирамиды забирать. Так, ну что, давайте смотреть. О, нормально ты меня подкинул. Могу пустыню взять, плюс 4 чудес, ну чудо только одно, и от меди, соли и железа, да? Плюс 1. Раз, два, три, 4, 5, 6. От пустыни, раз, два, три, 4, 5. Ладно, беру от... Просто пустыня не всегда может быть обрабатываться, а это, скорее всего, всегда будет. На следующий ход пока. Ага. Я тебе вниз не советую бегать. Там, короче, копейщик, дуболом и лучник. Чего? Да я понял, что тебе не стоит бежать. Ты от этого раненого бежишь. Да, я... к маю забежал тоже, такой же вышел. Правда, далеко не убежал с кого-то. Успеваю ходить. А там Майя, что ли? Не, Майя слева. Я, в смысле, с кого-то так же вышел от него. Надо сначала соль, наверное, начать обрабатывать. Блин. Я зря под копейщика встал. Так, тут пока отойдем. Ну, тут, видимо, конец полуострова. Тоже могу город поставить, кстати, вот рядом, вот тут, например, да, и... отъедать морскими караванами. Ну, вот, кстати, дуболома потерял. Так довольно-таки фейлово. Ну, у меня варвары кружили там вот эти египетские. Пришлось потерять. Не понял, что я... Какие варвары египетские? А эх, ну, Лолис, врал нам, да? Врун? Конечно, врал. Да. Я думал, тут врун только ниндзя. А тут и Лолис. С кем я играю? С Лолисом. Ну ничего, мне денег дали. Я только за... Я надеюсь этими колясками дань взять из Сиднея, из Богаты. А потом... разграбить лагерь, который они попросят. Так. Почему они уже не просят? Непонятно. Так, пойду попробую убить этого... Потом к Рагуще можно будет сбегать, блин. На что мне тут? Ну, Тикаль будет рядом с моим городом, если я его там поставлю. Что, не хочет Сидней? О, класс. Класс, конечно. Так, пока вырастим все-таки 5 ходов. Или вообще вот так. Так, ну тут все понятно. Тут у нас что?
Очень классно, они все вместе как бы так. С другой стороны, они могут на меня с трех сторон начать нападать. Далековато я еще. Так, надо будет спереть ну, рабочего. Все хорошо. Уседные. Демография. Ну я ж не чудеса строю, в отличие от вас, а города. Ну, чудо такое довольно-таки щекотливое было. Щекочет тебя? Да. Которое не хотелось бы отдавать. Да, Синзи так играешь, играешь, он бац, тут уже в гусаров своих вышел. И все такие, ну, ГГ. Да, тут явно, что Лёша сейчас на меня нападёт своими колясками. Разграбим денежка, захватим рабочего, заключим мир. Отлично. А Майя, а ты через что чисто? Позиция пошел, Лакин. Да. Классно тебе. Ну еще ГГ. Так, их вообще 8 должно быть. Он сидит за горами, ему вообще можно не париться. Ну да. Ну я вообще вижу, что вы там рядом. А, нет? Толку. А, вот я видел на границе Майя. Что, может мне на Майя? Там ни одной клетки равнины нет. Там тупо. Может, мне на Майя напасть тогда. То есть там воевать. Да Низи, это далеко. Своих смысла нет. А Майя вот тут не утекали на воде. Бы за Англию был бы смысл. То есть там можно было пробиться и очень даже легко. А вот. Ну тупо за счет ренжа, а так это без толку. Пойду с этим лагерем разберусь. Вообще, какой-нибудь город-государство хочешь с лагерем, чтобы разобрались? О, богата наконец-то хочет. Блин, ну я с богаты хочу дань взять. Блин, минус 10. Тысяч армия. Да. Так, можно сетли расстроить. Банзу Конга кто-то нашел уже. Значит, видимо, и руины там уже собраны. Блин, ну ниндзю проще будет забирать, если чё. Ну что, богата, давай мне дань. Наконец-то. Ага, и квест остался, отлично. Отлично. Зашибись. Теперь пойдем с Рагусы брать дань.
Лёша, штампуй ты, штампуй на города. Негодяй. Ну, так и надо. Тоже верно. Так. Полечимся. Значит, выбор у меня ставить четвертый город. Либо вот сюда на какао, и тогда завязочка с Майей. Либо в эту сторону. Но чем плюс какао? Во-первых, у меня нету этого ресурса. Во-вторых, напрягать традиционника будет попроще, чем Польшу. Тем более, что у меня будет с моря. Ну, не хочется мне с ним на море сталкиваться. Когда он там выйдет в свои фрегаты, например. Так что, видимо, на какао надо ставить город, и конфликт, собственно, с Lucky Loser будет. Так, кстати, здесь амбар пойдет очень в тему. У меня тут два амбарных ресурса. Ох уж эти коляски. Ниндзя, ты служаку нашел, да? Хотя далековато от тебя, конечно. Нет, не нашел. Амбанзу Конга кто нашел? Тоже не нашел. В общем, справа от тебя есть старый служака. Окей, ну это такое чудо. Не особо полезно, я бы сказала. Ну я дань хожу, собираю. Ясно. Так у тебя ж там одна ГГшка только. А я нашел тут гнездо. Так. Двадцать шесть производства. Так, давайте, наверное, святилище. Еще один город можно тут поставить. Точно никто не ходил. Есть парочка руинок.
Так. Угу. Я очень надеюсь, что Китай будет с Польшей воевать. Тогда мой выбор атаки на Майя вообще замечателен. И очарователен. Не, ну я хочу прям на... А, слушайте, так у меня календарь, по-моему, не открыт, да? Не открыт, все открыто. Все открыто. Кстати, оракул надо бы будет построить. Так, пойдемте попробуем дань с Рагуса еще собрать. Блин, у Майя 12 тысяч. Я что, боюсь, что Леша к тебе подходит. Посмотрев на твою армию. Ну там Майя один город может потерять, а дальше там хрен знает. Если Леша не разведал, то вряд ли сам пойдет. Блин, дебильные руины. Ну, один город у Майи тоже захватит неплохо, по-моему, да? Почему нет? Тему этот чувак появился. Ну чё там, Рагусы? На каждом шагу чей-то город, блин. У кого-то, Лёша, у тебя рабочего украли? Нет. Нет, у ГГшки. У ГГшки, наверное. Вроцлав, Краков, Варшава, Лодзь. Нравится? Нет. Мне тоже. Руины. Ну, я думаю, что этого скаута уже терять можно, если что. Тут как-то так. Блин, надо было соли убивать. Ну, что это за тупица? Такой. Надо все коляски подвести. Тогда, видимо, даст. А, могу я. Я и забыл, что у меня быстрые кони. Привередливые. Блин. Или хватит уже расти? Нет, нет, не могу отсюда убрать. Не хватит тогда. Так, тут пока постою.
Ты ж, блин. И что дали? В общем, либо культуру, либо веру. Не заметил я. Нашли майя, типа, где-то. Три хода. Может подождать? Эти три хода, давайте подождем. Давайте-ка караванчики поднастроим. О, ты убил этот лагерь, то он мне мешался. Да. Помни. Мою доброту. Так, ну давайте религию. Давайте пророка мне. Давай. Давай, 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 рождайся, пожалуйста, ну. То буду сидеть тут, знаете, там майя нафига. Ну майя, правда, конечно, она будет на продукцию, скорее всего, брать. То есть мы с ним не конкуренты по религии. Синхрон? Похоже на то. У меня загрузилось. Мне что дают? Счастье же, да? Да. И не требуют содержания. Офигенное издание для игры в набожность, на самом деле. Нет, давайте еще один караван откроем. Так, производство. Лишняя соль. Кому лишнюю соль? Сейчас я тут обработаю эту фигню. Предлагайте сами. Давай сейчас обменяемся уже. Вот так. Просто думаю, что мне тут на пока... Ну, вроде да. Выгоднее с ней задружить. Пока. Блин. Время теряю. Может, надо было уже на поля. Ну, блин, я хочу все-таки взять.
Взять, наверное. Даже не знаю, наверное, даже организованную религию лучше взять. Блин, когда пророк будет? 196, ну охренеть. Вообще ничего не меняю. Минус 5, блин. Этого надо подвести, наверное, еще. Ходов через 10 могу на золото бенец, кому интересно. У меня золото есть. Религия пошла. Да, неплохо. Так, давайте, наверное, коней откроем. Минус 5, блин. На этом пока все. Продолжение игры завтра или через день. Надеюсь, загрузится быстро. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.